Всем большой привет! Если вы хотите приготовить рыбу на мангале или на гриле, то этот рецепт именно то, что вам надо. Приготовление начинаем с подготовки рыбы. У меня рыба толстолоб. Мы удалили чешую, внутренности, а также сняли темную и промыли рыбу холодной водой. И что еще надо делать? Это отрезать голову от тушки и убрать плавники и хвост. Вот так нарезать на небольшие стейки. В глубокую миску отправили нашу рыбу, добавляем картофель. Дальше идет овощная нарезка. Небольшими дольками нарезать кукурузу. Отправляем в миску. Нарезать вот такими дольками тоже кабачки. И дальше у нас идет баклажаны. Нарезать вот такими пластинками и добавить в миску. Добавляем еще зелень. У меня тут укроп и кинза. Солим и перчим по вкусу. Добавляю я еще шашлычную приправу. Заправляем растительным маслом и соком лимона. Зажигаем угли на мангале, пока угли готовятся, а это время соберем наш овощной шашлык на шампур. Выкладываем наш шашлык на фольгу и будем заворачивать. Обжариваем рыбу на углях в течение 20-30 минут. Как картошка будет мягкая, так готовы. Прошло 30 минут, и наш шашлык готов. Рыба, запеченная на углях подобным способом, всегда получается нежной, сочной и ароматной. Если рецепт вам понравился, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь и комментируйте. Всем приятного аппетита, а пока, всем пока!